История вещей. Телевизор. Дело было давным-давно. Жил мужик один. Жил себе спокойно, никого не трогал, зарядку по утрам делал. И по большому счету неприятностей у него особых не было, кроме надоедливого соседа. Сосед этот надоедлив был в силу своего одиночества и любил свой нос совать в разные дела, а потом их мужику пересказывать. А рассказывал он все.